Государственного архива Тувы, представленные на кинофестивале «Российский хронограф», прошли финал. Документальные фильмы «Столетие единения России и Тувы» и «Развитие купечества в начале 20 века» прошли первый отборочный этап, получив высокую оценку представителей научно-методического совета архивных учреждений Сибирского федерального округа. Кинофестиваль «Российский хронограф» проводится в рамках празднования столетия архивной службы России с целью распространения исторических знаний, содействия патриотическому воспитанию граждан, популяризации деятельности архива, пропаганде архивных документов как источников по отечественной истории. В конкурсе участвуют документальные игровые фильмы, телепрограммы, телепередачи и телесюжеты, созданные на основе архивных документов и раскрывающие значение архивов для общества. Подведение итогов кинофестиваля состоится 27 апреля в Екатеринбурге.